Неважно, я когда-то сам хотел сюда уехать, так что все. Ух ты, вот это хатка! Я тоже такое хочу. За 160 баксов-то. Здесь, в этой комнате, я понял, что могу реально зарабатывать на жизнь ютубингом, так что я полностью посвятил себя этому и смог набрать 50 тысяч подписчиков. Кроме того, в этой квартире я успел пройти несколько курсов, улучшить мое мнение в ютубинге, но я также имею другие обязанности. Я уже приехал в новое жилье, теперь я больше не живу с родителями, теперь меня никто не будет наказывать, я могу делать что захочу, но у меня теперь новые обязанности. Теперь я могу есть что захочу. Слышь, баба, пошла нафиг. Почему я только бутерброды могу кушать? Ложечки, у меня всего 2 бутера. Без паники я могу купить больше еды, кликая по холодильнику. Ну офигеть, а. Теперь мне надо еще самому все покупать. Ну ладно. Другой бонус этой квартиры, что я могу улучшать свои навыки благодаря курсам. С помощью книжной полки я мог выбирать курсы, которые хотел. Я мог приостанавливать их и продолжать сколько угодно раз, просто кликая по книжной полке. Что случилось, Павел Первый? Через несколько дней выйдет новая модель телефона с очень давными настройками для ютубера. Вы должны посетить эти события, которые современно с промышленной новинкой также приобретают некоторую репутацию. У меня есть пара пригласительных. Если хочешь новое, можешь пойти со мной. Не забудьте отметить этот день в календарном календаре. Я не хочу пропустить это. Ок. Ну ладно. Пойдем. А, экзамены больше не надо сдавать. Ура! Где мои игры-то? Алло! Ладно. Хотя поймем, откуда их брать. Лучший геймплей игры. Ой, игры на свете. Почему я не могу ничего из этого выбрать? Нормального приветствия, имею в виду. Клип на правах. Эй, я играю тут, пошла вон. И что, теперь с этой бабой еще жить? Серьезно? Мамка, помоги мне. Нашей дружбе конец, это заказ ты услышал, потому что двигаться дальше. Наконец-то эта тупица отстала от меня. О, господи. Так, пацан, не умирай. Все будет путем. Вот так, вот так. Блин. Я хочу спать, а. Извините, я сейчас там упаду на презентации. Алло, Сики, ты живой? Павел Первый. Тихо, чё ты пришел вообще, а?
Добро пожаловать на презентацию Strawberry Course 2200. Надеюсь, что Strawberry Course 2200 объявляет индустрию стоимости доклада. Что-то у меня подписчики не особо. Этот новый телефон включает в себя социальную сеть, которая будет привлекать свой собственный контент и следить за своими друзьями через их стену. Безоговорочно что-то. Гаджет будет выпущен в сентябрь 23-го по цене 150 баксов. Всегда же сегодняшние гости получат скидку 100 долларов. Окей, за 50 баксов надо будет. Возможность купить. Достаточно, я ухожу. Да-да-да, иди спать. Тебе спать пора. Мой маленький ютубер. Почему тут FPS так падает, а? Достаточно. А ну-ка попозируем. Подождите, пока я не уйду. Эй, подожди. Да хорошо, понял я. Да хорошо, понял я уже ушел отсюда, блин. Багнутая игра, блин. Еще и не оптимизирована. Все, пора спать. Фух. Наконец-то. Я вывез беде. Иди добавлю. Так, вот теперь мне кажется, время немножко шопингом заняться. Так, хотя лучше пойти работать. А то баблишка у нас как-то мало. Так, надо какую-нибудь новую игрульку, наверное, уже прикупить. Подписчикам надоедает уже это. Так, наиболее продаваемые. Нет, наиболее популярные. Да, наиболее продаваемые, то, что сейчас. Пойду еще поработаю пока. Почему это недоступно? Доброе утро, я поиграю немного, если ты не против. Я против! Пошла вон с моего ПК! Что за наглая баба, а? Так, ща буду делать. Сути, мой компьютер свой, да. Окей, давай. Геймплей. Так. Пока новый видос сниму по новой игре. Mm-hmm.
Это что-то... новенькое! Так, до 21-го, ой, неделька. Почему у меня другого теперь варианта нет, а? Почему все дорогое? Все, концовка не получится у меня. Актерская игра, ноль у меня. Так, теперь сидеть это еще и монтировать. Времени, по идее, должно хватить. Но что-то интерес маленький. Так, новая игра, которую меня просят. Подожди, Олимпик Гризли Бэр. Окей. Геймплей. А почему я не могу заранее же сделать, запланировать? Эй, занято там. Работай, работай, ютубер. Ясно. Я сделал первый взгляд, потом и все обосрали, да, потому что уже все делали первый взгляд. Охренеть. Ладно. Какой купите? Я не хочу ничего покупать. Какого черта, а? А-а-а, мне надо консоль купить. Для чего она? Эх, хрен его знает. Как консоль-то называется? А... Pretendo 8SE. Да блин, почему оно так закрывается, а? Чё-то не знаю. Ну, насрать. Чё интересно сейчас? Ну, допустим, это. Вот это поворот. Блин, я дохлять, надо поспать сначала. Наконец-то что-то норм. Так.
Капец. Какое-то слабенькое у меня видео выйдет сейчас. Алло, ты куда села? Тут не видишь, монтаж, между прочим, идет. Ну, хотя бы интерес есть. И эта баба куда-то исчезла. Так, кажется, мне надо немножко пожрать. Так, ну хотя бы... Yeah! У тебя судный вид, поэтому я тебе поставлю дизлайк. Ай, пока. Так, пока ты, дяденька, чинишь, я куплю себе игрульку. Ну, типа, вот, смотрите, какое говно я купил. Так, о, умение. Что у нас? Где все необходимые информации про игровую индустрию? Чтобы сделать хороший анализ любой игры, ты должен сначала в нее немного поиграть. Ага. То, что мне надо. Разбаковка. Ага, перевод. Мамка моя. Так, что там? Поиграем в этом обзор. Геймплей. Что это за отстой? Так. Большой привет всем, с вами Павел Первый. Делаем это. Нам надо, чтобы видео топ было. Давай еще. Надеюсь, хватит. Черт, по-моему, не хватит. Что-то это все какое-то дорогое слишком. А это из Vice City вообще. Васити, что ли? Так, идеально, смотрите-ка. Так. Понятно, да, делаю и не ради бабла я. Ну блин, опять интерес низкий. Потом, наверное, надо чему-нибудь обучиться. О, монтаж. Надо глянуть будет. Так, давай, старик, у тебя много-много дел. Что ты хочешь? Я могу и хлеб есть, неограниченный хлеб, Кикос. Это исчезнет когда-нибудь? Эй,
Это я так типа учусь. Так, еще. Продолжение этого стрёмного. А, че я говорю? Отстоя, во. Ей! Краду видосы. Ну, то есть это типа мне может страйк прилететь, но не прилетит даже. Так, тут дальше. И на последние куски. Пью. Так. Пью. Пью. Даже не знаю. Да ну. Чё так все к моим видосам интерес-то не проявляет. Так, продолжаем обучение. Ушла, там рендерится видос, где детка как бы. Хэштеги еще не в боди, что ли? Какой год на дворе вообще? Тут видео зальется, можно будет снять еще одно. Ну ладно. А потом обзор сделаю. Благо, с предыдущим-то не заметили. Так, обзор. Актуально. Обзор самого дерьмового отстоя. $100, в принципе, окупил я это. И это, надеюсь, окупится. Блин, столько сырья просмотров на видосе. Я тоже хочу такие просмотры себе. Ты че, сука, у тебя такой карточки нет. Нет столько очков, Карл. Сорян. И надо пожрать, поспать, все-таки пойти. Так, вот ништяк. Вот это другое дело. Пригласительный. Мы рады приветствовать вас в презентации нашей новой игры Hands of Bowling. Приходите скоро хайл на ПК. Ну ладно, я приду.
28-го. Ну-ка, если я... Да ладно, бутерброду парочку сожру. Так, пока можно продолжать обучение. Нормально. Ух, как я набрал 50 тысяч подписчиков. Я уже был известным ютубером, а кого-то становится все меньше для меня. Мне нужно было больше, больше места, чтобы делать все больше видео. Мне нужна моя собственная квартира. Сейчас скажет, тебе пора валить в новую хату. Как насчет продвижения? Если вы ничего не делаете, чтобы улучшить свои отношения, они закончатся. Че, ты о чем, я вообще не знаю. Приветствую, это вы пойдем первый, я слышу вас записывать. Да-да-да. Давай. Уже 29-го. Подожди. Как там наши Canadian Chicken, первое впечатление? По просьбе подписчика. Апрель, да? Блин, а я так и не пришел. Что за бред? Воровал у себя, и я же страйк прислал себе кик. Было бы смешно, на самом деле. Да блин. Моя пекарня горит. Пошли. Няшка кот. Ну и название. Так, ну чё, надо потихоньку закругляться уже. Давайте посмотрим эту презентацию. Опять в том же месте. Добро пожаловать на презентацию Heidos Bowling. Это стратегия, которую выпустят на ХАУ-ПК. Критики оценили нашу игру в хорошо баллов. Где метакритики всякие, метаскоры? Игра будет выпущена до 30... марта 31 по цене 34,99. Я ухожу. Да-да-да, уходи. С гора дел каких-то непонятных. Ой, зато мамка не докапывается. Ой, ну блин, ну хоть оптимизируйте здесь эту сцену, она лагает капец как.
Эльзи, можешь уходить, ты еще не очень известный. Ха. Ха, 63 тысячи подписчиков, не очень известный. Ладно. Так, мне надо пекарню мою починить. Закончил обучение, что ли? То есть закончил обучение уже. Да, посмотрим. Так, пошли. Там справа какие-то показатели были, но я их проигнорил слегка. Опять будут презентовать нам дурацкие игры. Этот раз, кажется, народу побольше. Че ты несёшь? Надо будет себе консольку прикрепить. Да-да-да, уходим отсюда. И заканчиваем наш вот сплейчик по ютубе с лайф. Подкрутили бы тут FPS, 25 FPS, Карл. Вот здесь. Какой-то злой охранник. Так, отлично. Окей, будут анбоксинги, ё-моё. Надо будет это тоже качнуть. Ну что ж, друзья, на этом я пока даже завершу наш... первую серию летсплеев. Ставьте лайки, если хотите видеть больше роликов по этой игре. Предлагайте свои дурацкие названия для видосов, которые я тут сниму. А пока что это все. С вами был Павел Первый Смертный. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик к себе, делитесь им и оставляйте свое мнение в комментариях. Всем пока!